Друзья, попрошу вас не перематывать и досмотреть до конца. Меня зовут Денис, и я хочу вам порекомендовать подписаться на мой кулинарный канал «Рецепты от Дениса». На моем канале я буду с вами делиться самыми простыми рецептами. Мы будем с вами готовить из всех продуктов, которые есть у вас в холодильнике, каждый день. Друзья, поддержите наш канал подпиской и готовьте вместе с нами. Ссылка на канал в описании под видео. Также я хочу вам порекомендовать подписаться на наш инстаграм-аккаунт. Здесь вы сможете увидеть самые классные фото, которые мы здесь оставляем. Жду вас у себя в друзьях. На 97-м году ушел из жизни советский и российский военный журналист Ким Комаров. Он умер в Москве. Как сообщает канал ЕНТВ, тело военкора обнаружили в его московской квартире на Тверской улице. Приехавшие на вызов сотрудники скорой помощи констатировали смерть ветерана. Предполагаемой причиной смерти они назвали сердечную недостаточность. По факту произошедшего проводится официальная проверка. Ким Комаров в годы Великой Отечественной войны принимал участие в освобождении Киева, Праги и Берлина. Работал в газетах «Красная звезда» и «Правда». Позже он стал президентом Международной академии экономики, финансов и права. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.